знаете, я вам сегодня хочу рассказать одну историю. Знаете, как вот в сказке бывает? Жили-были три подруги. И знали они друг друга не то что с детского садика, с яслей. И в детском садике были вместе, и в школе за одной партой сидели. И вот выпускной бал. И они выпустились, знаете, как в жизнь. Хоп! И расстались. На 10-12 лет вообще не виделись. И вдруг в одном торговом центре встретились. Говорит, ой, девчонки, да как же так? Да почему? Боже мой, ну давайте, давайте проведем вместе выходной. Ну один выходной, давайте. И решили они провести этот выходной вместе. И пошли не знаете куда? Не догадаетесь. В баню. Парилку. Значит, Вера, Надя и Люба. Ой, девочки, а! Вот все-таки баня – это вещь. Ой, ну что там дома? Ванна, душ. Девчонки, баня, парилка. Ой, пару подал в тазик горяченькой водички и на себя. Раз! Слушай, Вер, ну ты как-то поспокойнее мойся. Чего ты тут плещешься, как бобер в аквапарке? Надь, ты чего? Что значит бобер? Это ж баня, тут кругом вода. Вот теперь смотри, тазик с холодной водичкой на себя. Раз! Не, ну это просто невозможно. Вер, ну ты ж тут не одна. Вот я тоже хотела сказать, Веда. Ты вообще обалдела. У нас тут три силовета сидит, а ты плещешься, как эгоистка. Выгнать надо тебя к чертовой матери. Слышь ты, мечта логопеда. Ты помолчала бы, а? А что, мне уже нельзя слово вставить? Ты сначала зуб вставь. Потом слова будешь вставлять. А что ты прицепилась к моему зубу? У меня всего одного зуба нет, это даже незаметно. Никто даже не замечает, я все слова говорю. Я даже могу тебе алфавит произнести. Вот смотри. А, сессия, краткая, сессюся. Видишь, я все буквы произношу четко. Что она говорит? Она говорит, где ее щетка? Мыться собралась. Ой, девочки, я не могу. Мыться надо дома, а в баню ходят для души. Ой, вот лично я люблю сидеть в парилке, медитировать. Зачем тебе это? У тебя же муж есть. Вер, ты что, вообще обалдела? При чем здесь муж? Медитировать – это значит расслабиться, сбалансировать энергию. Инь-янь. А, у тебя муж пьянь. Ну, тогда другое дело. Вер, ты вообще про буддизм читала? Ты знаешь, кто такой Гаутама Будда? Конечно, Будду, наливай. Я тебе говорю, Гаутама Будда. Нет, какой-то Гаутама я не буду. Я водочку буду. Ой, девочки, все, давайте, давайте, замолчи. Все. Ой, пар пошел какой, смотри, пар пошел. Тихо, девочки, медитируем. Тихо. Все, замолчали. Твои глаза, как небо синее забыть никак нельзя. Слышь ты, лабуда в таблетке. Ты помолчал бы, а? Я всегда, когда парюсь, я всегда пою. Твои глаза... Слушай, давай рот мочалкой заткнем, а? Вер, ну отстань ты от нее. Ну ты посмотри, какая она убогая. Ни рожи, ни кожи, ни зубов, ни денег, ни мозгов. Надь, ну ты что-то погорячилась. Ну ладно, там у Любки одного зуба нет. Ну с мозгами ты у нее на месте, все. Ага, на месте. Мозгов у нее на месте, только граммов 200. Я ей недавно подарила, знаешь, такую тушь.
для ресниц двойная. Сначала белым окрашиваешь, удлиняешь, потом черным. Так она все наоборот сделала. Я на нее смотрю, мать честная, два седых глаза на меня смотрят. Ой, девчонки, цвет настроения синий. Ой, смотри, у нас другая песня появилась, а? Девчонки, как хорошо, что вы собрались и здесь сидим. Ага. Особенно ты хорошо сидишь на моем полотенце для лица. Милунчик, это вот полотенце для лица? Такое огромное, большусие. А ты на мое лицо посмотри. Ты уже вообще обалдела. Люба, да отстань ты от нее. Ну что ты к ней привязалась? Это у нас с тобой все хорошо. Муж, семья, сосед, любовник. Она несчастная, одинокая баба. Чё-то она одинокая. Чё-то одинокая. Любка, ты же говорила, что в этом году на море ездила. Там какой-то мужик тебе все время глазки строил. Да. Но ты знаешь, потом оказалось, что это был пингвин. Как видишь, на ее лицо только пингвины могут любоваться. Да чё лицо, лицо? Ты вон на ее ноги посмотри. А чё у нее с ногами? Мать честная. А я не знала, что люди произошли от обезьян. Люба, у меня бабушка вяжет. Ей как раз на свитер 800 грамм пуха не хватает. Вас бы с ней познакомить, а? Ток-ток-ток. Девочки, обед будете заказывать? Через 10-15 минут прямо здесь в парилку вам принесем свежий обед. Все будет хорошо. Бабуль. Вы что, вообще обалдели? Какой в парилке обед, а? Это здесь температура какая. Это ж какое сердце, понимаешь, нагрузка. Это какое давление. Вы что? Ну, я не знаю. Вы в своей коммерческой бане уже не знаете, как с людей денег сорвать, а? Чего? Обед уже входит в стоимость посещения? А, тогда значит так. 3 борща, 3 солянки, 4 курицы-гриль, 8 порций говядины тушеной с овощами и 6 винегретов. Это мне. Девочки, обед будете заказывать? Да, я буду заказывать. Лично я хочу холодец. Люба, ты на термометр-то посмотри, а? Здесь температура плюс 70. Ты этот холодец со ступенек будешь слизывать. Вон, она знает. Да, что-то я ошиблась. Зенсины, вычеркивайте холодец, пишите. Молозанное. А ты говорила, у нее мозги на месте. Мозги у нее на месте, только место это неправильное. Так, женщина, пока вы не ушли, вот это вот. 3 борща, 3 солянки, 4 курицы-гриль, 8 порций говядины тушеной с овощами и 6 винегретов. Скажите, чтобы все приготовили без майонеза, потому что я сегодня на строгой диете. Понятно, да? Так. Девчонки, что я хотела вас... Люба, я тебя умоляю, помолчи. У меня от твоего произношения уже в голове глюки. Девчонки, ну что вы мне все время лот затыкаете? Я хотела... Да помолчи. Девчонки, ну я просто хотела спросить. Вы не знаете, что такое фотоэпиляция? Знаем, Люба, знаем. Это когда человеку показывают твое фото, и у него от ужаса волосы выпадают. Понятно, да? Все. Ой, девчонки, что-то вы столько пар напустили, я что-то ничего не вижу здесь, а? Я пойду, наверное, свой диетический обед поем. Так, где у нас дверь-то? Дверь-то у нас, ой, ничего не вижу, ты посмотри. Дверь, а, вот дверь нашла, а где ручка? Ручка, ручка. Мужчина! А вы как здесь обшутились? Какой еще стриптизер? Мы не вызывали никаких стриптизеров. Вы ошиблись дверью, уйдите отсюда. Я говорю, мужчина, уйдите отсюда, вы ошиблись. Не осыпся он. Это я его заказала. Давай, мальчик, танцуй. Цвет настроения синий. Во мне текила, на мне бикини. Цвет настроения, мальчик, ты мне понравился. Все, вот тебе моя визиточка. Вечером позвони, мы с тобой потанцуй. Ой, мальчик, давай, иди. Ой, я не могу.
Нет, ты видала? Ты видала? Ты видала? Ты видала, Надя? Как эта шепелявка шипучая. Марусик, Марусик. Вер, ну я тебя умоляю, ну отстань ты от нее. Ну, может, у нее всего один мужик в жизни был, тряпшный гном в детстве. Ну, она, может, хочет устроить свою судьбу. Девчонки, вы все? Какая судьба? Судьба у меня давно устроена. Муж у меня сейчас в Дубае с 4 детьми отдыхает. 2 мальчика, 2 девочки. Любовник на даче розочки сажает, грядочки копает. В центре города у меня 5 коммерческих магазинов, 2 ресторана. И вообще, девчонки, эта баня моя. Как твоя? А ты чё молчала-то? А я не молчала! Я хочу вам все время рассказать, а вы мне рот затыкаете. Теперь сами помолчите. Я к людям. Люди, не зубом единым жив человек. Человек жив любовью. Твои глаза. Спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо большое. Какой красивый букет. Спасибо. Благодарю вас. Колеса летели вагоны, гармошечка пела вперед. Мелькали французы, кричали испанцы, шумел европейский народ. По странам Европы проехала разным шмаля папироской в омгле. И вот оказалось на самой прекрасной, на нашей прекрасной земле. Дорога, дорога, эмоций так много, багаж впечатлений большой. Галопом, галопом прошлась по Европам и вот прилетела домой, домой, домой. Матюшка вернулась, моя хорошая, вернулась, ой, привет. Ну, иностранка, иностранка. Прям стесняюсь к тебе подойти-то я. Чмыри, чмыри, чмыри. То есть это чмоки, чмоки, чмоки. Ну, прям Мурлин, Мурло. Ну, чё, мой, как там Европа? Ой, цветочек, какая там красотища, блин. Это... Париж. Берлин, ох. Брюссель, Барселона. Ибица. Ибица. Везучая. 8 дней 12 ночей. А это как? А просто такие ночи были, что я не все дни запомнила. Мучка, а у нас горячую воду отключили. Да ладно. А у тебя ведь бойлер есть? Есть. Можно я пойду помоюсь? Можно. А то ведь хожу вот так 8 дней 12 ночей немытая.
Иди, милая спасибо моя. Спасибо тебе огромное. Помогай людям друг другу. Погоди, бежишь. Я тебе подарки привезла. Ну, что ты тратилась? Я не заказывала ничего. Перестань, тратилась она. Ну, тратилась. Подруги-то я еще. Ой. Вот тапочки. Белые. Как и были. Полотенце. Халат. Ух ты, махровый. Хотел шваль. Отель Шевалье. С Парижем. На, вот тебе еще. Ух ты. Фельва башня. Ну, естественно. Ой. Вот еще. О, спасибо огромное. Ну, как говорится, с приездом. Это гель для душа. А это шампунь. Смотри, не перепутай, деревня. Ух ты, лопушком пахнет, мать. Лопушком, лопушком пахнет. Иди, милая, помойся. Иди, иди, давай. Входите открыто. Здравствуйте! Здесь проживает гражданка Матрёна Нигматуллина. Здравствуйте! Hello! I'm looking for Mrs. Матрёна Нигматуллина. Bonjour! Guten Tag! Buongiorno! Шалом! Ни хао! Вот дурачок, а? Ты кто такой? Тебе что надо? А вы говорите по-русски. А я вас сразу спросить по-русски, а вы не отвечать. Oh my God, it's incredible. My friends told me that Russia is a strange country, but I didn't believe them, stupid idiot. Я еле добрался в ваш деревню. Когда я забил ваш адрес в навигатор, мой навигатор умер. Я 8 километров идти по колдобин, который у вас называется дорога. Меня 2 раза сбил трактор. И 1 раз укусил ваша собака. Ну, естественно, Байкал всегда дураков кусает. Короче, что надо? Мне нужна гражданка Матрёна Нигматуллина. Это я, гражданка Матрёна Нигматуллина. А ты чё? Я из Интерпол. My name is Scott. Scott Бадун. Надо же, а Бадун с такой фамилией трезвый. Вы ездили в тур по Европе? Ездила. У меня к вам есть целый список претензий по поводу вашего пребывания в Европе. Чего? Какие претензии? Претензии у него. Ты давай факты, факты. А, доказательства, пожалуйста. Когда вы были в Париж, вы украли в гостинице халат и полотенце. Нет, ну как не стыдно? Наговариваете вы на нашу семью? Ничего я не крала. Заточек, познакомься, это Скотт. Я много скотов повидала. Who are you? От who are you слышу.
Молодец, Яков. Где вы взять этот халат? Это подарок от близкого человека. Молодец, Светочка. Это есть собственность отель «Шевалье». Да, пожалуйста. На, возьми. Светочек, ты что, с ума сошла? Скота распугает. Вот я столько скота за свою жизнь попортила. Не он первый, не он последний. Давай, давай, садись на стул. На вот, выпей. Это бордо. О, бурда. Товарищ инспектор, у вас еще какие-нибудь претензии остались? Есть? Yes. Вы... Вы были на экскурсии в город Брюссель. Была. Там есть известный на весь мир скульптура «Писающий мальчик». Зачем вы надели на него памперс? Ну не стерпела я, не сдержалась. Не могла спокойно смотреть на этот инурез. Течет и течет. Я же в молодости 20 лет нянечкой в детском садике проработала. Извини уж, рефлексы сработали. В Испании вы посетили корриду. Была. Зачем вы прыгнули на арену и устроили стриптиз? Скот, скотушка, дорогой ты мой, пойми, не виноватая я. Там ведь как было. Я сидела на трибуне, хотела сделать селфи, наклонилась вперед и на арену-то упала, а там бык увидел мою красную кофточку, да попер на меня. Я ее, естественно, сняла, бросила прямо на арену-то. Ну и все, а вот кофточки-то у меня ничего нету. Она правду говорит. У нее там ничего нету. Когда вы прыгнули на арену, туда моментально выбежали тореадоры, чтобы вас увести. А, так это были триодоры. А я думал, что за 8 ряженых мужиков-то на меня бегут? Я еще подумал, это подтанцовка Киркорова. У него там как раз гастроли были. Я вон афиши видала. Зачем вы побили 8 тореадоров? А что они на мое тело толпой бросились? Я так не люблю, мне не нравится. Как там у вас это называется? Харассмент? Домогательство? Нет, я имею в виду, как вы, такой пожилой, хрупкий женщина, смогли побить 8 взрослых, крепких мужиков. Мужиков, мужиков. А ты хоть раз перестройку в очереди за водкой стоял, Скот? А я стояла. Подумаешь, 8 мужиков. Зато, цветочек, видела бы ты, моя хорошая, с каким уважением на меня бык смотрел. Из гостиницы вы звонили, ваша подруга Цветочек. Звонила. В телефонный разговор... Вы говорили про европейские санкции. Вы сказали, что вы вертеть наши санкции далее неразборчиво. На чем именно вы их вертеть? Понимаешь, Скот, у нас, у россиян, есть такая карусель, на которой мы все вертим. Ваши санкции, ваши претензии. Нигматуллина, вас надо немедленно арестовать и депортировать в Европу. Ой, да чихала я на вашу Европу. Ага, вот, это вы распространять коронавирус в Европу.
Чего? Выходить без маска. Чего? Да я перед поездкой вакцинировалась. Правда, Цветоч? Если женщина красива и в постели горяча, значит, вовремя прививку получила от врача. О, май гад, водки найду, водки. Водки найду. Вряд ли мы те, где сейчас водки найдем. Но есть кое-что другое. Фи. Давай, Скот, хлебни. What is this? Ой, это первачок. Самогонка. Russian виски. Это и есть ваше оружие массового поражения? Нет, это оружие массового дружения. После него все проблемы исчезают, претензии исчезают, и все становятся счастливы. Будем здоровы! Ой, да не вечер, мне мало-мало спало. Подпевай! Я не знать слова этой песни. А какую ты знаешь? Я знать вот это. What I gotta do to make you love me. Это та же самая песня. Поехали! What I gotta do to make you love me. Мне мало-мало спалось. What do I do when lightning strikes me. Мне во сне привиделось. Мочечка, давай ты. Мне во сне привиделось. А будто конь мой вороной. Ой, будто конь мой вороной. Ой, да разыгрался, да расплясался. Sorry seems to be. Sorry seems to be. Скотину кормить. Обедать. 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 И остался Скот жить в деревне. Женился, и теперь он Скот Нигматулин. Москва, Одесса, нелетная погода в головах. Но я хочу спросить так из простого интереса. На чем теперь добраться? На санях? А у меня в Одессе вся родня. А у меня наоборот с Валдая. А у меня там дети от меня. Ну, девушек Маруся, Роза, Рая. Да, девушки в Одессе – это что-то. Ой, так и да. И я готов лететь в любой момент туда, где море, лестница, хорошая погода. И губернатор – бывший президент. Но как назло ни туч, ни облаков. От Лондона с Читой до Ашхабада. В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там Миши нет, но нам туда не надо. Оттуда запрещают, отсюда отвечают. И не звучит команда вам на взлет. И вот я курс Бордот через Европу пролагаю. С ума сойдет любой автопилот. Сейчас в Одессу проще через Рим. Через Афины ближе и прямее. Через Кейптаун и Иерусалим. Через Гвинею я уже дурею. Мы летали напрямик в любые дали. Я даже не боялась залететь. Что? Уставились, чего вы? Я в хорошем смысле слова. А то в Одессе это просто ведь. Лети хоть в ступе, хоть на помеле. Век интернета, чипсов и айпада. Мы по уши сидим тут на земле. Я вам скажу за всех, оно нам надо.
Как любили все летать в Одессу. Ой, вы! Любили брать с собой семью, детей. Им воду разносила стюардесса, не принцесса, а королева, что еще сильнее, вот так. А поездом в Одессу не фонтан. Уж лучше на Шаланду и по Волге. Нет, можно на слонах через Бутан. Но слон идет в Одессу очень долго. Но верим мы, что небо прояснится. Наступит просветление в мозгах. И напрямик в Одессу полетим опять, как птицы, и снимут все границы на замках. Нам надо две Шаланды и привоз. И может нам ответят все ребята, как принято вопросом на вопрос. Кому, зачем все это было надо? Ответят нам вопросом на вопрос. Кому, зачем все это было надо? Телефон. Купил. О, современный. Ой. Кнопочный. Кстати, сим-карту в подарок дали бесплатно. О, значит, у тебя теперь новый номер? А, ну, получается новый, да. Ух ты, а ты его уже кому-нибудь давал? Ну, кому? Полчаса назад только оформил все. Нет, правда, дочке уже сообщил. Да, дочке сообщил. Ну, как она там? Скучает. Скучает. Ой. Ну, кстати, обещала позвонить сегодня. Ой, хорошо. О, наверное, она. На громкую связь включи. Угу. Так. Алло, доча? Добрый день. Здрасте. Вам удобно сейчас говорить? Нет, нет, вы знаете, нам дочка должна позвонить, поэтому извините, до свидания. Я представитель медицинского центра, компания по оказанию лечебно-косметических услуг. Мы готовы совершенно бесплатно нарастить вам волосы. Простите, куда нарастить? Мы готовы нарастить волосы куда угодно. Наращивание происходит путем пересадки собственных луковиц из более засеянных мест в места, где посадки волос вам необходимы. Нет, нет, спасибо. Нам ничего не надо сеять. Спасибо. Но почему? Это же бесплатно. Понадобится только ваш паспорт и подпись. Нет, нет, спасибо, не нужно. До свидания, до свидания. А, волосы предлагали пересадить. Ну, это я поняла. О, о. Так, алло, доча? Дискотека 80-х. Бесплатные билеты на супершоу. Вы платите только за доставку. Осталось всего 15 билетов. Томас Андерс, Пупо, Сиси Кейдж, Аталан, Бонни М, Аркадий Укупник. О, Укупник! Да ты с ума сошел? Какой тебе Укупник? Нам не нужно. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Горводоканал. Диспетчерская. Счетчики на воду установили? Да, установили. А меняли их давно? Вот буквально месяц назад поменяли. Согласно постановлению о контроле воды, счетчики необходимо менять раз в неделю. Готовы приехать и установить их уже этой ночью.
Нет-нет, спасибо. Нам не нужно ночью. Нет-нет, спасибо. Сегодня пенсионерам скидка. Нет-нет, спасибо, не нужно. До свидания. До свидания. 1.5%. Да что ж такое? Откуда они наш новый номер-то узнали? Ну, вообще-то не наш, а твой. Да, надо же. Ты уверен, что эта сим-карта новая? Уж сам засомневался. Да. Дай-ка я сама поговорю. Ага. Алло. Доча? Алло. Нет, это не она. А кто? Я предлагаю свежевырытый картофель в мешках. Мешки большие. Отдам недорого. Если возьмете 15 тонн, сделаю небольшую скидку. Да нет, спасибо большое. Нам столько не съесть. Ну, возьмите хотя бы мешок. Спасибо большое. Нам не нужно. Да что же это такое? Ты точно в салоне новый номер покупал? Ну да, мне его в подарок. Спасибо большое. Нам не нужно. Безобразие. Да беспредел какой-то. На новый номер. Опять СМС. Читай. Так. Дорогие мамуля и папуля. Вот. К сожалению, дозвониться сегодня не смогла. Позвоню завтра. Спокойной ночи, доча. Ну, не дозвонилась. Что значит не дозвонилась? Не смогла. Ну, ничего. Может быть, завтра получится. Зинаида Павловна, принесите мне чаю медицинского. Ну вот, доча, мы на месте. Здравствуйте. Это роддом? Как видите. Спасибо, хорошо вижу. Видела бы плохо, к окулисту пошла бы. Выражать? Да что вы, я уже 20 лет как. Вот. У меня возврат. Кто у вас? Возврат! Забирайте! Не могу больше. 20 лет мучаюсь, сил моих больше нет. Не трогай ничего. Женщина, вы в своем уме? Мы не принимаем детей назад. Что значит не принимаете? Между прочим, я работаю в магазине бытовой техники. И закон о защите прав потребителей очень хорошо знаю. Сейчас можно все вернуть, кроме таблеток и нижнего белья. Но нижнее белье эта лохудра никогда не носила. А таблетки я у нее еще позавчера отняла. Ты посмотри! Ты нашла! Поставь на место! Плюнь! Сто 154
взлет разреша. Улетела уже. Таблетки нашла. Доктор, почему у вас здесь шкафчики стоят незакрытые? Так, уходите уже отсюда, обе. Я сейчас охрану позову. А вы меня не гоните. А то я на вас контрольную закупку натравлю. У меня и чек сохранился. Какой еще чек? Вот. 3 500 52 сантиметра, девочка. Девочка? Ну, а кто скажет, что это мальчик? Так, я вижу, что с вами невозможно разговаривать. Где отец ребенка? Где отец ребенка? Доктор, что мы с вами все по кругу-то ходим? В смысле? Вы что 20 лет назад, что сейчас, одни и те же вопросы задаете. Я 20 лет назад не знала, где отец ребенка. Вы что думаете, что я за это время ответ придумала, что ли? Так, уходите уже, не мешайте работать. Как ты меня достал? А нет, как ты меня достал? Зачем ты меня достал? Мне там так хорошо было. А сейчас? А сейчас 154 взгляд разрешаю. Пошла на дозаправку. Ненормальный. Зачем вам такая, действительно? Сдаю. Вот видите, она бракованная. Забирайте ее. Сергей Тимофеевич, вот ваш чай медицинский. Срочно в пятую палату, там Джигурда двойню рожает. Вот решение вопроса. Спасибо, девушка. В смысле? Джигурда так Джигурда. Она как раз к Джигурде-то и подойдет. Там, где двойня, там и тройня. Как это? А вот так это, доктор. Кто их там считать-то будет? Наташенька! Думаю, будет как? Стага! Да подожди! Это сумасшедший дом какой-то! Наташенька! Не обращай внимания. Теперь твоя фамилия Жигурда! Жигурда! Дурдом какой-то! А я не понимаю, доктор, вообще, почему вы ее обратно не берете? Посмотрите, товарный вид на лицо. Нигде ничего не поцарапано. Упаковка не нарушена. Любит по-русски! Доктор, ты еще настоящего дурдома не видел. Наташенька? А? Как теперь твоя фамилия? Жигурда! Да! Папулечка! Папулечка! Ой!
это как, отдать ребенка в чужие руки? Как вы вообще это себе представляете? Я себе это очень хорошо представляю. Я себе это во всех красках представляю. Открываю сегодня дверь в свою квартиру. А там тихо, чисто. На полу пентаграммы кровью не нарисованы. Оформляйте возврат. Давайте, где подписаться, я тороплюсь. Слушайте, вы, наверное, не в курсе. Сейчас ведь за второго ребенка 250 тысяч дают. А так этого отдадите, второго родите, а денег не получите. А что в наше время 250 тысяч? Это проглотено только в день. Семечек на 500 рублей сжирает. Грусть опять вдыхает, печаль в глазах стоя. Какая ж я смешная, доченька твоя. А если очень долго мне кушать не давать, то точно с голодухи могу родом сожрать. 354, пошел на дозаправку. Летчица на летчица. Слушайте, а может быть вы ей мальчика хорошего найдете, а? А нам не каждый мальчик подойдет. Нет, точнее не так. Никакой мальчик нам в жизни никогда не подойдет. Все, оформляйте возврат. Ну, неужели у вас не осталось никаких материнских инстинктов, а? Остались. Но только инстинкт самосохранения сильнее. Оформляйте. Господи! Ну за что мне это все? Когда я ошибся? Когда? Когда поступал в медицинский? Или когда давал клятву Гиппократа, пальцы скрестил? Когда? Когда я ошибся? А я скажу тебе, доктор, когда ты ошибся. Неделю назад. Когда ко мне в магазин телевизор принес сдавать. Не включался он у тебя, видите ли. А мне этого одного телевизора до годовой премии не хватило. Что-то я смотрю, лицо ваше знакомо. Ну, хотите, я завтра у вас два телевизора куплю? Три. А в моем отделе тостер. А можно я пойду роды приму у Джигурды? Летите. Спасибо. Похоже, опять перестарались. Похоже, опять. Да. Ладно, давай, что у нас там дальше по списку? По списку 156-я школа. Ага. Я графичка. Ага. Возврат холодильника. Ага. Нет, в этот раз дурой будешь ты. Эх, работа. Давай. Дочуля! Хопа! Эй, пепиля, хоп! Куда вы претесь, Жанна Эдуардовна? Да куда вы толкаете, Нина Васильевна, в конце концов? Я разберусь, везите, куда толкать. Как на четверых вырастила, да я разберусь, какого? Как толкать. Ну, да вы только Катю свою выродили, и то не до конца. Бегает чужая. Мама, да мама. О чем вы говорите? Вы уцепились в коляску, как ваша дочь моего Славика. Вы,
Вот, Нина Васильевна, вы иногда такое скажете? Моя дочь вцепилась в вашего Славика. Чего бы это моей Катеньке в него вцепляться? Моя Катенька, между прочим, консерваторию окончила. Она, между прочим, дирижер симфонического оркестра. А кто такое ваш Славик? Обыкновенный гаишник. И в чем разница? Оба машут палочками. Нина Васильевна, от взмаха Катиной палочки зависит, будет ли звучать музыка. От взмаха Славикиной палочки зависит, будете вы жрать, Жанна Эдуардовна. Хорошо, что мальчик в нашу породу. Что это ваше-то? Ну, потому что в нашу. Ну, посмотрите, какие у него глазки, посмотрите, какой взгляд. Интеллигентный, интеллектуальный. А, посмотрите, ну. Это он покакал. У него после этого всегда такой взгляд. Знаете, что бы вы там ни думали, Нина Васильевна, а все-таки мальчик — это наша порода. Да где ж ваша? Да это наша, по... наша. Да наша, да это порода. Наша, 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 наша. Ваша порода. Да. Я же говорю, наша. Это кто такой холёсый? Это кто такой сладкий? Это чья такая нозечка? Дай поцелую такую нозечку. Да, Нина Васильевна, я извиняюсь. А чем вы занимаетесь? Ножку целую. Да это не ножка, Нина Васильевна, это мой зонтик. Баба! Это он мне, баба, сказал. Да при чем тут вы? Если бы он сказал жаба, было бы вам. Он же баба говорит, а при чем тут вы и баба? У вас же ничего не растет, потому что на бабах растет. Все у меня растет. Никакая не тощая. Вы вот 6 месяцев тому назад приехали к нам в Москву из своей Тулы на рождение внука. А воз и ныне там. И не пора ли, как говорили древние римляне, топус глупус, топос тулус? Что в переводе означает, Нина Васильевна, езжайте вы уже к себе в Тулу. А, ты бы... Господи, да уеду вот я! Вот езжайте. Пацана в армию отправим и сразу уеду. Ноги мои тут. Вот и катитесь. И самое главное, не сама приехала. Привезла еще своих гусей. Зачем? А на кого я их оставлю, что ж пожру? Да вы понимаете, что этот гусак, он все время бегает за мной и пытается меня ущипнуть. Да ты радуйся, что тебя еще хоть кто-то пытается ущипнуть. Хотя за что тут щипать? Да, а этот козел, это не как и ворота. Между прочим, Нина Васильевна, когда вы позвонили и попросили разрешения приехать к нам с козлом, я, извините, подумала, что вы имеете в виду своего мужа, Петра Алексеевича. А вы привезли натурального козла. Да тот еще хуже. Господи, боже мой. Ой, мой мальчик, мой злоденький, баба ничего не понимает. Вы знаете, Нина Васильевна, мне кажется, он хочет молочка. Вы посмотрите, он все время смотрит мне на грудь. Ты золотой. Значит, он хочет постного мяса на ребрышко. По вашей логике, если он сейчас посмотрел на ваши щеки, то он, значит, в 6 месяцев захотел вдруг сала. А он соску хочет. Ну, так дайте ему соску. Ну и куда вы тычете соской? Куда? Вы же в ухо тычете, Нина Васильевна. Наденьте очки, вы ничего не видите абсолютно. Ничего. А ты платок надень. О! Вот это космы торчат во все стороны, дитё пугает. Очки надень. Гигиены никакой. Да что вы руками размахались? Платок надень. Какой платок? Вы что, забыли, что я музыковед первой категории? Я молодая цветущая женщина, между прочим. Да мне студенты еще пишут любовные записки. Вот кому надо носить очки. Да, вы знаете, я отказываюсь. Я не буду свою голову пеленать вот этим старушечьим платком. Понимаете, я не хочу превращаться в бабку. Я не бабка, я рождена для музыки. Вот так. А я тоже не хочу. А я что? А я 4 вырастила. Я всю жизнь вот так по колено в подгузниках. Я только жить начала. Ой. На меня Гришка Бояниц заглядывается. Так глядела, аж нос баяном прищемил. Господи, ну и что вы, вот что вы наделали? Вы испугали ребенка.
Вот успокаивайте его теперь. Вы же четверых вырастили. Успокаивайте, спойте ему колбельную. Не, я петь не очень. Я когда караоке пою, аппарат пишет, чтоб ты сдохла. Ой, я тебе говорю! Господи, боже мой, отойдите! Ничего вы не умеете, разве так успокаивают ребенка? Сейчас, маленький, сейчас бабушка споет. Иди домой, Руслана, приманю волшебством и заманю его в седьмое королевство, и сгинет он. Ну, не плачет. После моей песни хоть сухой был. Так, я меняю памперс. Ну. Он это дело не любит. Ага. А ты давай его развлекай. С превеликим удовольствием. Давай. Миленький малыш. В 1868 году чешский композитор Вацлав Ружичка впервые применил пентатонику в кварцептаккордах. Слышь ты, пентатоника. Это дитё. Ну. Спляши что-нибудь. Ну, я не вот дискотека. Это все, на что ты способна? Ну. Вот как надо танцевать для любимого единственного внука. Хай! Хай! Господи! Господи! Своя! Господи, какой моветон! Слава Богу, что на весь этот бред есть российский классический балет. Васенька, баба не знает, куда памперс надо надевать. Баба все знает. Что думаешь, мы сдались, а мы с козырей пойдем? Ну-ну. А сам! Выкусила. Нина Васильевна, видит Бог, я этого не планировала, я этого не хотела, но вы меня сами вынудили. Паша, не смотри! Вот. Что вы там ищете? Там нет ничего. Там тем более плоскогорье. Мух нет, а нагоняй. Спина чешет. Давай-ка почешу. Господи. Ой, Славик звонит. Алло, Славик. Ну, что там у вас? А? Ой, да ты что? Ой, слава Богу. Ага. А мы сейчас с матерью уже домой придем. Ага. Господи, ой. Ну что там такое? Что вы бегаете все время? Ипотеку им дают, ипотеку. Господи. По 6%. Они от тебя съедут свою квартиру. Ой, ну а как же взнос? Взнос-то как же? А взнос погасит с материнского капитала. Ниночка, ну за второго ребенка-то дают этот взнос. Ага. Кстати, да. Говорит, через 3 месяца им дадут и погасят они сразу. Ну что, пойдем?
баба Нина. Пойдем, баба Жан. Счастье-то какое! Мы снова в Сочи. Вы не представляете, как я ждала этой встречи. Я парня из армии так не ждала. И вы соскучились, правда. Я сегодня это почувствовала. Прогулялась по набережной Сочи. Ну, непередаваемое ощущение. Мне кажется, что столько автографов я еще в своей жизни не раздавала. А сколько фотографий, и так, и сяк, и стоя, и сидя, и в обнимку, и с поцелуйчиком. В какой-то момент я почувствовала, что меня возненавидела обезьяна и попугай. Еще бы, такая конкуренция. Но тут все объяснимо. Они-то за деньги фотографируются, а со мной бесплатно. Красота! Вы не представляете, какая очередь выстроилась. Люди подходили с комплиментами. Но чаще всего я слышала такую фразу. «Воробей, как приятно вас видеть живьем». Для меня, после перенесенного коронавируса, эта фраза обрела новый смысл. А на втором месте популярности следующая фраза. «Воробей, вас можно поздравить?» Я задумалась. Я говорю, ну, смотря с чем. В принципе, много поводов для поздравлений. Над Сочи, наконец-то, солнце. Раз. Второе. ПЦР-тест отрицательный. Сахар не обнаружен, в конце концов. Много поводов для радости. Говорит, ну да нет, мы слышали, что вы замуж вышли. Я не понимаю, почему меня так истово пытаются выдать замуж. Не понимаю. Хотя знаю, откуда это пошло. С Гальцева. Да-да, с того самого дуэта. Ну возьмите меня, нас сразу в народе поженили. Первые гастроли, первая гостиница. Директор отеля привечала нас хлеб-соль. Лучший номер в отеле. Ребятушки, я вас обожаю. Какой мы приготовили вам номер, читаю, для новобрачных. Я говорю, спасибо огромное, но можно все-таки два раздельных. Она меня в сторонку отводит, говорит, что, уже поругались? Ну, нравится выдавать меня замуж. Я, когда читаю новости в желтой прессе про себя лично, я читаю какую-то увлекательную приключенческую литературу. Недавно прочла. «Воробей – молодой любовник». Моложе ее на 22 года. Девчонки, я вам честно скажу. Я, как девушка с небольшим пробегом, давно пришла к выводу. Эх, доставайте ручки, записывайте. Чем моложе любовник, тем тяжелее одышка. А оно нам нужно. Все на наших плечах. Береги дыхание, дуреха! Это что? Я же тоже веду свой инстаграм. Я тоже в соцсетях. Мне недавно в личку мужчина написал сообщение. Елена, вы такая интересная женщина. Хочу познакомиться с вами поближе. Я говорю, ну я тоже хотела бы хоть что-то узнать о вас. Коротенечко о себе. Ребята, короче, я не видела. Он написал следующее. 160, 80, 18. Вы не представляете, какие мысли витали в моей голове. Он отвечает, Елена, о чем вы? 160 на 80 это давление. А 18 это сахар. Да, через год увидеть зрителей – это большое счастье и большая ответственность. Вы не представляете, как мы готовились. Я думала, ну какие новые пародии делать? Какие новые имена на нашей эстраде? Какие новые персонажи? Мне кажется, самое главное событие этого года – это что у Оли Бузовой серьезно пострадала память. Она забыла, где костер разводила. Отбилась от дома 2 и забрела в Амхат. Рифмы сразу появились в моей голове. Да, согласитесь, господа, кто сейчас только не поет,
ведь раньше пела я одна, сейчас все, у кого есть рот, всюду Бузова, 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 днем и ночью о ней говорят. Так удачно сбежала из дома два, что недавно проникла в Амхат. Пусть завидуют злобные сплетники, я в Амхат ради Оли пойду. И поверьте, она в «Современнике» дебютирует в роли Муму. Эту старую добрую классику Оле будет непросто сыграть. Нежной страстью пылая Герасиму, ей по роли придется молчать. Ломануться от потоки желающих от Архангельска и до Курил, чтобы видеть в софитах сияющих, как Герасим ее утопил. Спасибо огромное! Это была моя мечта. Моя мечта сделать пародию на Олю Бузову. Я об этом обмолвилась со своей подругой Лолитой Милявской. Она сказала, не трожь ее. А она трудяшка. Я говорю, ну честно, я не понимаю это творчество. Не понимаю, где такие странные рифмы, где такие странные мелодии, где такие странные движения. Кап-кап водится, так не годится. Кап-кап водится, так не годится. Она молодец, она плодовитая, конечно же. Я подумала, если Ольга Бузова не мой формат, на кого же сделать пародию? Думаю, не замахнуться ли на секс-символ нашей эстрады Светлану Лободу? У мужчин глаза загорелись, и я понимаю. Ну, если Оля такая, она вся ровненькая, гладненькая, такая ровненькая, а Светлана, она у нее везде так, знаешь... Просто я сама себе говорю, ну чего воробей, слабо сделать пародию на Лободу. И в этот момент я как назло рядом с зеркалом проходила. Так, слабо. Ну почему, когда такие ноги, как в свете, раздавали, меня дома не было? Ёлки-палки. Что-то такое ощущение, когда и все раздавали, я вообще отсутствовала. Но я сама себе сказала, так, это не важно вообще. Не важна длина ног, важна манера. И не только голос, движение. А моду на движение задал еще Валерий Яковлевич Леонтьев, помните? На дельтаплан, ой, дельтаплан. Дельтаплан улетел, а ноги-то помнят. А у Светланы Лободы движение есть. Но какое? Твои глаза такие чистые, как небо. Назад нельзя. Я когда попробовал, думаю, как она это 2 часа делает. Песни разные, движение одно. Почему такое странное движение? Глаз дергается. Думаю, как хорошо, что она не поет детские песни. Как хорошо! Потому что было бы... Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Друзья мои, по вашей реакции я поняла. Вы истосковались по артистам, и наши чувства взаимны. Привет, Сочи! Девчонки, не спим! Как настроение? За фигня, посидите без меня, скажите почему. Ведь концерта без бамбука не бывает, напрягает. Напрягают пародисты, гастролеры, аферисты, напрягают все вокруг. И одни и те же лица в хит-парадах напрягают. Я бы спел вам про березу, про ольху и про мимозу, про осину и про дуб. Но ко мне как банный лист прилип бамбук, не отлипает. От бамбука люди просто, от бамбука уши рвутся. Я не пил и не курил, что я здесь наговорил. Эту песню сочинил, но я вас повеселил. О, но я бамбук, пустой бамбук.
бамбук. Я московский, стой, бамбук. Ваш бамбук. Нет, ну какой же фестиваль? Только ты наш личный врач. Тобой одной болеем и живем. От суеты житейских неудач мы как за спасением к зрителям идем. Для каждого из нас большая честь на сцену выходить из-за кулис. Какое счастье, что на свете есть Сочи, солнце, море и великое призвание — артист. Орликино! Орликино! Нужно быть смешным для всех. Орликино! Орликино! Есть одна награда смех. Ночь. Ночь, квартира, спальня, кровать. В постели спит жена, Зина. В соседней комнате звук телевизора. Наконец все смолкает. В спальне появляется муж, Николай. Ложится к жене. Жена. Кто здесь? Кто здесь? Спи, спи, спи. Я кто? Я твой муж, Коля. Разбудил. Со своим телевизором. Ты что, ты допоздна потом всех будешь. Фух. Муж засыпает. Ну вот, я теперь не усну. Все, весь сон к черту. Что там хоть в новостях-то показывали? Коля. Коля, я говорю, что в новостях-то? Коля! А? Что? Что? Я говорю, что в новостях-то хоть показывали? Да все одно и то же, что. Пожар, наводнение, землетрясение, коррупция, воровство, убийство. Ты тесто-то в холодильник убрал? Коля! Коля! Что, что? Я говорю, тесто в холодильник убрал? Ну, завтра пирожков напеку. А кого убили-то? Коля! Коля! Я говорю, кого убили-то? Ты говоришь, там убийство. А, да, двоих замочили там, мужа с женой. Те спали, а те адрес перепутали. Мужа прям в окно, в трусах прямо. А жену изнасиловали? Да нет. В унитаз. Как в унитаз? Подожди, не войдет же. Не влезет. Они на куски. А, да-да-да, тогда влезет. Засыпают оба. Вдруг жена. Муж, что, Зина, что? Сон приснился. Сон. Что приснилось, что? Ты тесто в холодильник убрал? Ну, что ну? Ну, убрал. Что приснилось? Точно убрал. Что приснилось? Что приснилось? Что ты тесто не убрал, приснилось? Фу, ты напугала только. Убрал. Села? Кто? Тесто села? Села. Легло. Я же его ножом потыкал. Ой, потыкал.
Ой, мальчик ты мой, ножом он... Ну да, там когда криминальные новости шли. У мужика одного 15 ножевых ранений. Он хотел женщину изнасиловать? Да нет, я одно на уме. Ограбить хотел. Она его ножом, 15 ножевых ранений. Ты завтра это когда пирожки-то с мясом испеки. Напеку с мясом тебе. Мачо ты мой, потык. Ну давай, будем спать. Давай, давай, а то я устал. Отворачивается к стене. Ну ты, мачо, задрипанный пенсионер. Только раз задорю. Теперь не усну. Подожди. Какие пирожки, подожди. Какое тесто-то? А? Я же тесто-то завтра хотела завести, это тесто. Что-то сосна-то я все перепутала. А что он тогда потыкал? А? Ножом-то он чего тогда потыкал-то? А? Мура! Мура! Киса! Киса, Мура! Киса, 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 Мура! Мурочка, киса! Пособие для одиноких женщин в курортной зоне. Эпиграф. Курорт – это не роскошь, а средство передвижения мужчин из семьи в семью. Часть первая. Где ловить? Летом лишь только припечет солнце. И зимой, как только выпадет первый снежок, на всей территории нашей страны начинают распускаться мужья. Отбившиеся мужчины сбиваются в стаи, становятся на крыло и радостно гагача летят налево. Курорты Кавказа являются местом, где жирует особый вид мужчин. Мужчина с курортной, приставучий, чмокающий. Часть вторая. Кого ловить? Перечисляю более распространенные виды мужчинуса курортного. Тип первый. Русак нечерноземный. На курорте постоянно находится в полудиком и полуголодном состоянии. Готов кусать что угодно, пугив. Первым на женщину, к сожалению, не нападает. Но и промысловой ценности для приличной охотницы не представляет. Охота на него, если и ведется, то исключительно из спортивного интереса. Значительно более ценной добычей является тип второй. Мужчину с государственной, ответственный, крупный. Принадлежит к семейству толстолобиков. Но размножаться любит, это его слабое место. Тип третий. Мужчину санаторный. Сердечно-сосудистый.
желудочно-кишечный. Охающий. Часто попадается в лечебной грязи. Хитер. В случае опасности, например, при внезапном появлении мужа, умело притворяется мертвым. Тип четвертый. Самец восточный. Обитает на базарах среди цитрусов. Обладает ярко выраженной склонностью к размножению. Шерстист. В летнее и зимнее время постоянно лезет. И, наконец, тип пятый. Мужчинус настоящий. Исчезающий. Занесен в Красную книгу. Говорят, что в последний раз его видели в Гималаях, где он стоял над пропастью и повторял: «А не достанусь я никому». Друзья, вы знаете, каждый раз, выходя на сцену, я не перестаю радоваться и удивляться, знаете чему? Сколько в России красивых женщин! Ну, просто, вот смотрю в зал, они сосредоточатся на работе. Вы знаете, женщина красивая, она привлекает, она и отвлекает, но бывает по делу. В аэропорту подскакивает ко мне такая девчуля, лет 20, модельного типа, просто красавица. Я говорю: «Геннадий, простите, пожалуйста, что напрягаю. Можно с вами одно фото? Будьте добры, не откажите». Я говорю: «Ну, как вам откажешь? Ну, конечно, давайте. Бабушка, иди, фоткайся, я договорилась». Захожу в магазин. Кассир на кассе, такая крупная женщина, меня увидела. «Ой, кого к нам сегодня примагнитило, а?» А рядом кассир грустный: «Зина, а чё грустишь, лень-то вошёл?» Узнала она, это естественно. Кто ж не знает Геннадия Малежика? Многие думают, что он вышел с гитарой, да? Держит и держит. Один раз я так ничего и не сыграл, зато интрига есть, понимаете? Потом все обсуждают: «А чё вы носил-то?» «Выгул гитары, проветривание». Итак, тема путешествия. Без путешествий жизнь, друзья, немного пресная, а с путешествиями очень интересная. Парень купил своей бабушке путевку в Италию, два года назад. Вот она нигде не была, ходит по Милану, голова кругом, все. И вдруг видит знакомое лицо, говорит: «Ничего себе, Валера, так ты здесь? Жена Лариса с 5 детьми в розыск подала. Хорошо мне внук купил путевку в Италию. Он гульбанит с такими девахами. Отойдите от него, бесстыжие». «Он женат. Я тебе, Валера, сейчас для Ларисы сфотографирую. Кобелина такой. Смотри в дуло фотоаппарата». Мужчина: «Но Руссо, но Валера. Эмобру ветро ветресем рофисен сосуну роту пудра мандурен дак патрали пелика мель вождито. Вель вастито то добис букато импрессион бурделли тесате паралисере нон дурмиро май». Она так же, как вы, затихла, говорит: «Них Ферштейн мужчина». Ни одного слова бабушка не поняла. Он продолжает: «Эмомру ветро ветресемром фисен сосунуро квести рогацина кальфитата, квести рогацина кальфитата пергаменян пропагата сокоса сабравура». Она: «Так выходит, вы не Валера». Он говорит: «Так выходит, не Валера». У меня с итальянским языком была забавная история. Однажды сюда в Россию с концертом приезжал Тото Катунья, и его пригласили на корпорат. Одна фирма праздновала серьезный юбилей, 3 месяца со дня образования.
Там было столько артистов, и я тоже выступал за 3 номера до Тото Катунь. Я думал ли я когда-нибудь, что мы будем в одной программе. И я вышел на сцену, и у меня была пародия на Челентано, и я пошел. На других концертах аплодировали, да вот. Ну, да ладно, ну, да ладно, я так сказал. Ну, не случилось, да и не надо. Вот. Хотя на других аплодировали, вот. И я, значит, поздно-поздно, уже поздно, все. Я уже обиделся. Вот, друзья, я, значит, Челентано у меня идет. А Катунь, я подумал, идет его фонограмма. Несется на сцену, рубаху не застегнул. И вдруг смотрит на сцену, слушает, поворачивается к организатору. На каком языке поет артист? А я что слышал, то с диска исписал. Вот. А, значит, организатор тоже не промах. Говорит, староитальянский. Катунь говорит, я не знаю. Он говорит, учите, пригодится. Без путешествий жизнь, друзья, немного пресная, а с путешествиями очень интересная. Значит, поехал я на гастроли во Францию. Был у меня такой период после театрального института, программа была без слов, к России повышенный интерес. Я 7 лет жил и выступал за границей, и вот я во Франции. И в первый же день я пошел в ночное кабаре французское, ну вот, потому что там, говорят, атмосфера. И там действительно, там был такой певец потрясающий, Жорж Трепьон по паспорту, Толик Тряпкин. Вот. И скинешь мы. Ну, наши люди уже везде. Вот. Какой у него был репертуар? Ну, одна песня, я даже запомнил, знаете, называлась так «Что глядишь меня ты строго?». И знаете, я попросил, значит, Жоржа подарить мне эту песню, и он любезно это сделал за 300 евро. Ну, и вот песня «Что глядишь меня ты строго?». Там же французский подход, понимаете, надо набрать немножко вот это вот состояние, да, вот это. Не-не-не-не, а сейчас спугнем, спасибо, но спугнем. На одном концерте так и не начал, не набрал. Что глядишь в меня ты строго, что ты здесь наводишь мжуть. Мне тебя не надо много, мне тебя бы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Цыгане пошли, ребята, сюда, все, все. Шутка. Никого там нет, программа-то юмористическая. Но реакция у вас хорошая, друзья. Путешествовать не обязательно по миру. По России можно путешествовать с ветерком. Я познакомился в Адлере с мужчиной, который приехал из Хабаровска. Я говорю, а как вы сюда добирались? Он говорит, на поезде, да. Вот есть хабаровчане, да. Аплодисменты. Аплодисменты всем жителям нашей страны, которые приехали сюда из разных регионов. Так вот, приехал мужчина из Хабаровска, я говорю, как вы сюда добирались? Он говорит, на поезде. Я говорю, да ладно, такое расстояние. Говорит, не ерничайте, Геннадий, я на скоростном, я на простом поезде не поеду, понимаете? Я говорю, а сколько идет поезд скоростной от Хабаровска до Адлера? Он говорит, 6 суток. Я говорю, отпуск большой? Он говорит, 2 недели. И вот, значит, мужчина дальше продолжает. Геннадий, вот вы смеетесь, понимаете? А есть маленький секрет. Понимаете, 6 суток, это поезд идет по расписанию. Но если правильно ехать первые 3 суток, за 3 доезжаешь. Он мне рассказал историю такую, да. Вы также ехали, я вижу, да. Вот. Мужчина едет в таком же поезде, 3 суток, как ребята советовали. На 4 сутки открывает глаз, говорит, жене. Смотри, родная станция, и пиво продают. Так что-то суховато, в купе сходила бы за пивком. Она сам пил, сам и просыхай. Говорит, я с моей скоростью могу сегодня не успеть. Он вывалился из вагона, одни рельсы перелез, вторые, взгромоздился на платформу. Очередь за пивом. Говорит, люди, пожалуйста, можно я без очереди, а то я могу на поезд опоздать. Мы все с этого поезда.
Достоялся, берет пивко, и поезд трогается. Он кошелек забыл, побежал, спрыгнул с платформы, пиво разбил. Несется за поездом, тапочки потерял. Проводники руку тянут, вставной зуб вылетел. Очки слетели, прическа называется «Не догоню, так попробую». Втащили его в тамбур. Попил пивка? Попил пивка. А идти через весь состав к первому вагону, в котором он едет. Он идет с остановками. В каждом тамбуре доходит до своего купе, думает, надо отдышаться, чтобы перед женой так глупо не выглядеть. А дверь приоткрыта, а он слышит, там идет общение. Новый попутчик в купе. И он говорит, давайте знакомиться. Супруга его говорит, Виктор, бизнесмен. Она говорит, очень приятно. Лиля, вдова. Без путешествий в жизнь, друзья, немного пресная, а с путешествиями очень интересная. Я в свое время работал в составе труппы Санкт-Петербургского театра «Буф», и вот мы поехали в Финляндию, и потом начали ездить постоянно, потому что наше творчество нравилось. И программа называлась «90 минут смеха». И вот после одного из концертов за кулисы заходит финн, который неплохо говорит по-русски, говорит, «Вы знаете, я посмотрел вашу программу «90 минут смеха». Мы говорим, и он, и засек время. Было 83 минуты смеха. На что наш руководитель говорит, остальные 7 минут досмеюсь дома, когда дойдет. Будем надеяться, друзья, и вы, и я, что жизнь вернется снова на круги своя, и путешествовать мы будем с вами вместе. Ведь чем насыщеннее жизнь, тем интереснее. Ведь чем насыщеннее жизнь, тем интереснее. Интересной вам жизни и попутного ветра в путешествиях.